Всем привет, меня зовут Борис, я являюсь выпускником магистерской программы «Электронный бизнес» Высшей школы экономики. Закончил обучение в 2018 году и в настоящее время являюсь менеджером по продукту. Возглавляю команду разработки мобильного приложения в компании МТС. И хотел бы рассказать вам в паре слов о программе, потому что она довольно круто изменила мою жизнь, и именно благодаря программе я работаю там, где в целом всегда хотел, и занимаюсь своим любимым делом. Ну, самое главное, стоит ли идти на программу или нет, однозначно стоит, если вам близок менеджмент, близко управление в цифровом бизнесе, в цифровой среде, и вам недостаточно теоретических знаний, которые можно получить, прочитав, например, PMBOK. В целом, оба года обучения в вышке были наполнены прикладными знаниями, у нас были шикарные преподаватели, многие из которых работают в среднем, в крупном бизнесе. Например, у меня был совершенно шикарный преподаватель из Яндекса, Герман Царев, который в настоящее время возглавляет соцсеть Ауру, который рассказывал нам, как, например, в Яндексе работают с результатами исследования, как их интерпретируют, считая доверительные интервалы, определяя достоверность и качество, собственно, проведенных исследований. Это знания, которые достаточно непросто даже нагуглить, и я применяю их до сих пор в своей как бы обыденной деятельности. И вот именно за счет таких как бы кейсов выпускники Высшей школы экономики, выпускники этой программы отличаются от менеджеров, которые просто прочитали книги или знают какую-то теорию менеджмента, приходят на работу, не обладая зачастую достаточно важными навыками, о которых не принято рассказывать в книгах. Также у нас регулярно проходили встречи с представителями бизнеса. Например, к нам приезжала Наталья Шагрина, создатель мобильного приложения «Едодил», который впоследствии купил Яндекс. Было довольно много предпринимателей с не таким успешным опытом, и они делились с нами инсайтами, да, своими какими-то навыками, с теми знаниями, которые они приобрели, запуская неуспешные бизнесы, и это тоже исключительно важная, полезная информация. Поэтому я считаю, что если вы амбициозный человек, если вам интересно сделать карьеру в управлении, бизнесом, либо в крупном предприятии на руководящей должности, то электронный бизнес в вышке — это абсолютно правильный выбор.